Привет, друзья! С вами на связи опять Ирина Хамиас. Хороших вам выходных. А у меня рабочий день только кончился. Работаю я. Все меня спрашивают, где ты работаешь? Ты живешь в раю, наверное, не работаешь. Постоянно на море. Нет, ребята, я работаю. Работаю уборщицей. Ну, это уже грубо. Помощницей. Вообще люди, которые более-менее такие образованные, всегда говорят, мне нужна помощница. Вот. И я нашла себе, я работаю в одном из таких домов. Работаю 3 раза в неделю. Получаю $650 в банк. И меня это устраивает. Они мне платят страховку медицинскую, пенсию. Все платят мне, оплачивают. И я работаю в кайф. Никто мне мозги не выносит. Я прихожу домой. В смысле, я прихожу на работу, как к себе домой. Никого дома нету. Дом, естественно, большой. Но мне нравится. Голова свободная, руки работают, ноги немножко ходят. Пока что мне нравится. Но не об этом речь сегодня, а что я сегодня услышала в хадашот наших хадашот. Хадашот – это новости израильские. Один мужчина, ему лет 55-60, сегодня выступил. Сказал, ребята, ну это куда дело годится? Моя дочь положила в банк 3 года назад 25 тысяч шекелей. И там ей сказали, ну, мы сохраним ваши деньги, еще вы приумножите, как всегда, процент получите. Какой процент, конечно, он не говорил, но шок был в том, что сегодня эта девочка, там ей лет 25 или 27, получила в банке вместо 25 тысяч 24, там, 900 с копейками. То есть на 10 или на $20 или на 30 было меньше. Он в шоке. Почему меньше? Почему? Мы же сохранить хотели деньги и приумножить. И он сказал, смотрите, лучше бы я их держал дома в чулке там или под матрасом или еще где-то. Я к чему? К тому, что народ уже против банкиров, против банка. Поэтому создаются новые системы электронные оплаты. Создаются новые деньги, криптовалюта. Всякая там. И много уже всякой криптовалюты. Но сегодня криптовалюта биткоин идет впереди планеты всей. И, естественно, я очень горжусь тем, что я знаю, что есть такое, что есть криптовалюта. Что у меня есть электронный кошелек Redex Coin, который имеет патент, который сегодня признан одним из лучших кошельков. И я завожу постоянно туда. Есть у меня денежка, я положила туда. Идем вперед, ребята. Скоро банков, ну, останется немножко. Потому что банки будут выполнять функцию, но они тоже скоро начнут работать как обменники, чтобы привлечь биткоины, инвестиции и все такое. Я работаю на платформе компании Redex. На этой платформе можно начать развиваться, начать обучаться, понимать, что такое электронный обменник, что такое криптовалюта и как с ней работать. В общем, интересно. И главное дело здесь, я не теряю свои деньги. Вот что. Только приумножаю. Тем более биткоин растет, а у меня в кошельке лежат денежки. И я каждый день захожу и смотрю, ага, сегодня у меня выросло еще. Ага, сегодня у меня выросло еще. И оттуда я беру спокойно. Также через обменник на Сберкассу, на свою MasterCard Visa. Поэтому, ребята, я вам сегодня дала информацию, очень полезная информация. Посмотрите, прислушайтесь и начинайте думать, как сохранить свои деньги. Или как их приумножить еще. Так что мне надо домой идти. Это я снимаю видео по дороге домой. Сейчас я иду домой. Есть у меня дела. А потом я опять буду заниматься своим любимым хобби. Своей любимой работой. То, что я утром хожу на работу, это как бы стимул для той работы, которую я делаю дома в интернете. Так что, ребята, всем хороших выходных. Приезжайте на Красное море. Я вам обязательно поставлю палатку на берегу Красного моря.
Ваша задача – заработать себе $1000 на билет. Жду в гости. Пока.